Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трегух. А мне семечек. А мне. Итак, ребят, подъезжаю к первой загородной помойке. Решил залутать именно их. Люблю загородные кормилицы, потому что тут, если вынос с хаты происходит, то он тотальный. В том плане, что очень много людей здесь, богатых, живут и топовые вещи выкидывают. Одеваю перчаточки. И, кстати, всем здравствуйте, с вами расхититель мусорных баков. Обязательно ставьте лайк на вот это видео. Также рассказывайте друзьям о этом топовом контенте, который вы заслужили. Видите, из доски торчит гвоздь, это очень опасно. Стоп, что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите. Это же электрошокер. Я боюсь эту тему. Не работает. Работает, но не шокирует он. Но фонарик светит, ребят. Электрошокер, опасная тема. Забираю, обалдеть. Положу сюрприз-бокс. Я по Бырику сейчас. Чувак! Чего? Сука, дубли. Прикинь, я подумал настоящие. Почти. Ребят, обалдеть. Я думал настоящие деньги. Охренеть. Ну, похоже, похоже. Кухня детская. О, работает. Обалдеть. Это можно оставить вот так. Кто-то заберет. Ребятушечки, опять дубли, дубли. Дубли берем. USB-шка мощная. Ой-ой-ой, чувак, смотри. Охренеть. Там посуда даже есть. Ребят, ну помойка, блин, дарит кэш. Вот это жестко. Вот были бы они настоящие. Тут же капец. 1200-300. О, еще пачечка денег. Обалдеть. Салфеточки жопу вытирать надо. Ошейник. О, еще контейнер. Вот что-то. О, картрайдер. Ух ты! Это фоторамка электронная. Прикольно. Забираем. О-о-о-о-о-о-о-о. Шляпа с рынка или что? 42-й. Adidas? А, реально, сзади написано Adidas. Прикинь, если я Рик. Made in China, 42. Значит, Китай. О, Nike. О, чувак, оригинал. Вот это Рик. 44-й размер? Это на какую женщину? Они женские. Ребят, оцените. Просто оцените эти Nike. Это какой-то бешеный стиль. Они оригинальные. 44-й размер. Посмотрите по стельке. Точно Рик. Утюжок. Бош, прикинь, Бош. Вот эта тема. Карандашики. О! О, чувак, телефон. Ну вот, уж хотел его. О, прикинь, с двумя камерами, так, с датчиком пальца. Либо Xiaomi, либо Honor. Старый, это Honor. А ну, включится? Не, севший в хлам. Ребят, очень часто в выносах с хаты выкидывают телефоны. Смотрите, 3D-ручкой сделали очки. Прикольно. Так, ну телефон это ништяк. О, Эйфелева башня. В гараж приедем, проверим. Он вообще, вот просто экран битый, но скорее всего это не влияет на работу. Такой стеклянный, красивенький вообще. Я думаю, рабочий, да. О, смотри, света, музыка. О, на AirPods чехол новый. Какой-то. О, подставка для телефона из IKEA. Игрушечка такая. Кивик. Авокадо. Ха! Обалдеть. Попыт. 100 лет не находили эти попыты. А, о, Simple Dimple. Вот. Among Us. Ой-ой-ой-ой-ой. Обалдеть. Какой огромный Simple Dimple. Спиннер. И я там вижу кэшбэк. Ножичек. Кэшбэк, ребят, зацените. 10 рублей. О, пауэрбанк. Ништяк. Пауэрбанк. Маленький, правда, но пойдет. О, сочная кормилица. О, какая, смотрите. Очень сочненькая вообще. Че по находкам он тут сразу. Сандалики вот. Так, что вот это такое? О, динамички от машины с пищалками. Динамички автомобильные. О, жопа им. Им жопа. Это стоковые. Ну, пищалочки можно взять. Целые пищалки. Помоечка дарит автозвук. О, слышишь? Тут целый комплект. Еще и магнитола вдобавок. О, Пионер, прикинь. Ой, хороший. Обалденно. А это что? О, какой-то, наверное, распределитель для автозвука, ребят. Смотрите. Магнум. Ребят, Пионер Дэн 2200 УБ. Стоит на Авито вот столько. А мне бесплатно. О, ножички вот это купят. О, это же для магнитолы. Штекер подключения. Блин, я его чуть не потерял. О,
О, пантенол, смотри, тюбички. О, крем от загара. Да, это сейчас купят. О, крем на суше и на море. Что, люди уже к морскому сезону готовятся, походу. О, ножички, прикинь, новые ножики. Да, блин, еще мыльно-рыльное. Ясно, гель для интимной гигиены. Да это тоже купят, вот это гель для гигиены. Вот это вот, жидкое мыло для интимной гигиены. Вот тоже купят это. Оу, ес. Яблоки вон хорошие посыпались, смотрите. Опа. Что-то похожее на вынос с хаты. О, маркеры. Может, даже пишут. О, вынос с хаты. Аккуратненько так. О, нифига ты, чайничек. Чайничек. Баночка. О, свечки для торта. Фигня. О, кусочки блендера. Мандаринка. Да, потом схаваю. Мандаринка – это витаминка. О, как сейчас много выносов с хаты выкидывают. Прям кайф. О, что это? Часики. Китайская биба. Дальше. О, щеточка в шее вычесывать. О, кормилица. Ой, как тут чесночком пахнет. Кто-то что-то готовит. Очень вкусно пахнет. Выносом с хаты тут тоже пахнет. На помоечке вот этой вот сытная она. О, насадочка от пылесосика. Чуть поломанная, починить можно. А где сам пылесос, может, сейчас найду? Так, насадку пока отложу. О, вебка Logitech. А, да это бюджетная. Ну, тебе пойдет. Ну, вебка бюджетная, ребят, Logitech. 720p, наверное, снимает. И тут проблема с кабелем. У меня тут он. Мыло он новое. И губка интересная. Смотрите, это настоящий губка Боб. Опа, блендер. Так, блендер в ком-то с какими-то насадками. Обалдеть, ребят, блендер вот в пакете. Заберем. Ого, какой бак тут поставили огромный. Пухто. Может, там что-то будет? Ой, там кто-то лежит за баком. На чили, на расслабоне. А у меня New Balance. Возможно, даже Арик не сшарю. 37 размер. О, да они в идеальном состоянии. Может быть оригинал, но сомневаюсь. Но в офигенном состоянии. Пятки целые. Найки какие-то интересные очень. Странные вообще, смотрите. Что это? Шлепка кроссовки какие-то. Не, ну кроссовочки полная имба. Я думаю, я их продам рублей за 300 вообще спокойно. Очень похоже на оригинал. 37 размер ходовой. Человек отдыхает. Пошли, не будем мешать. Ну, вот это для находок транспорт. Я не знаю. Я всегда от него кайфую, ребят. Если бы вы знали, как я собой доволен, то, что я построил себе вот такой вот топовый транспорт. Вот я еду с одной рукой. Он очень мягкий. Тормоза тут гидравлика. Зад и перед. Тормозит просто идеально. Газ, вот, он плавно трогается. Он идеальный, я просто в него влюблен. А вот и кормилица в ребятки. О, нифига там крест. Стой, это что такое вот это? Это вывеска рекламная? С аптеки, да? Двухсторонний крест с аптеки, ребят, рекламно. Вывеска. Не, ну это стильно. Это если включить, это будет стильно. 24 часа, вон, и крестик. Прикольно. Шмотки разорвали. С этой вывески можно лампочки поснимать и любую надпись из этих лампочек сделать. Можно штребух сделать и будет светиться. Это геморрой, но это, блин, я бы этим пострадал бы. Бомжи разорвали пакет. Думали, там одни вещи. И пропустили вот это, рублей 300, вот в этом кране, если его сдать. Это рублей 300. Точно, если не больше. О, багажничек на электричку стоит. Ребятки. О, крыло на велик целое. Продам. Рублей за 100. О, запечатанные. О, машинка там я увидел прикольная. Hot Wheels. Ну да, Hot Wheels всегда беру я. Опа, опа. О, у меня как будто тоже. О, вынос техники у тебя. МТС. Wi-Fi роутер. Такой дерьмовый. И приставка МТС с HDMI. В комплекте с пультом. Полный комплект. Новая. О, что там? Смотрите, кабельная ТВ-приставка. Ну, такое, блин, продается, конечно. Рублей за 200 продам. И роутер рублей за 200. Крыло рублей за 50-100. И машинку за 50. Это мы скушаем. Что-то там тяжелое на дне. Интересное что-то. А, кальян. Мини-кальянчик.
и там угли для него. Вот, смотрите, ребят, вот такой хукан, мини-кальян, тяжелое что-то там. Ну, колба, все, вообще весь комплект, вот. Так, а там, вон, угли для кали. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, мини-кальян в коробке. Для него вот такая элитная колбочка. Щипчики для углей. Угли и вот еще что-то тут. А, пару угольков, вот, три уголька еще, вот таких вот, в фантоне. О, это щетка, вот это шоль. Обалдеть, кольцевая лампа битая. Ну, такая, да, неплохая. Помоечка дарит, тик-ток. Так, а что, она целая? Тут просто приклеить эту штучку и все. Мы вчера такую же нашли. Ну, или типа такой. Часто выкидывают их. Тик-ток просто заблокировали в России, поэтому лампы эти выкидывают. Но они не только для тик-тока подходят, но и для съемки видосов. Рюкзак налутал? А что там внутри? Ну да, школьнички уже все выпустились со школы. И выкидывают теперь. Скрипыши вон всякие выкинули. Вот, нашли на помойке еще вынос с хаты. Куча всего здесь. О, вебка Свен древняя. Ребят, зацените, что нашли. От бренда Stanley. Штука, чтобы провода зачищать. Обалденная хрень. Надо будет протестировать. Протестируем, да. Тут какая-то техника. Так это древний Wi-Fi роутер TP-Link. Еще блок питания и наушнички. Классика. Часто выкидывают. Колготочки ништяк. О, а что это такое? Смотри, колышки. А, это чехол на палатку. Понял? Чехол дождевик. На палатку? Да, дождевик. Ну, чтоб дождь. Или дно. О, так там зонтик еще. Обалдеть. Вот эта тема. Вот эта тема. Вообще находка классная. Но такое грязное вообще, как будто бомж пользовался. Смотрите. Донской табак называется. О, да. Где вы нас с хаты? О, сюда. Так это же для рыбалки. Чехол для удочек, ребят. Обалденно. Что в нем? Там просто что-то лежит. А, от ополаскивателя бутылка. А в этом кармане что? Да падла, блин. Нафига с толчка засовывать сюда? Ёршик, суки. Это было неприятно, ребят. Такой чехол можно будет продать рублей, наверное, за 500. Только он весь грязный. Топовый коврик для мышки в виде ковра. О, барсеточка Supreme, прикинь. О, прикинь. Charon Baby. О, ништяк. А мне как раз подик нужен. О, это ж какие-то колбаски для пива. Ну тут говном воняет в этом баке. И что-то не особо хочется эти колбаски брать. Носки новые или что-то новое. Это тебе должно, по идее, понравиться. Надеюсь, оно будет целое. Нифига себе, паленые найки. 44 размер. Но видно, на меня маленькие будут. Но такие продать получится. Ништяк, ребят, зацените состояние. Пятки только порванные, мозоли будут натирать. Оу, май. Опа, пахнет выносами с хаты вот здесь. Вот тут пахнет. Ну да, я же сказал, вот. Вот такие выносы с хаты. Клобуки. Ух ты. Вот это вот, например, посмотри, я не знаю, пока что. А тут эти лягушки всякие прикольные в этом пенале. О. Смотри, тут скрипышей чуть-чуть. Так, а вот тут что? Что-то тут интересное. Коробки от духов. О, прикинь, по-любому полные коробки. Да, ребят, Шанель. Духи запечатанные. Вот, ну, это паль по-любому. А ну, как пахнет? Ну так, да, паленые Шанель. Но они в коробках такие духи покупают по 500 рублей. Не первый раз уже находим. Я не знаю, почему люди их выкидывают. Еще и в таком количестве. Тут, походу, их много в этом рюкзаке. Так что давайте смотреть. Итак, раз, второй флакон, третий флакон. Вот даже покажу вам. Вот, полные. А это чем пахнет? О, вот этот запах мне нравится, вот этот. Такой. Ванильный. Неплохо. Помоечка дарит ароматы. Ну вот, пацанчик сейчас мне выкинул вынос с хаты. USB-шка убитая. Латуневый краник. А может и цинк. Не, это цинк по-любому. О, нифига, смотрите. Миш, по твоей части. Жижи от вейпа он. Три бутылки жижи. Все. Танцуют звезды Илона. А я деру помойку я. И она кормит меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Конкурентам дам на клыка. И заберу мыльно-рыльная я. С кормилицы я. Вот тут такой вынос с хаты в прошлый раз был.
Ой-ой-ой-ой-ой. А в этот раз тут трубочки, походу, со сгущенкой. Вот это имбовая находка, конечно. О, кроссовочки, Adidas. Ха, 41 размер, пятки, жопа. Это оригинал, но они подубитые. Ну, может, кто-то их и купит. Блин, крутые вообще. Трубочки буду забирать, обалдеть. Капец, это топ вообще. С белым кремом. Они на вид вообще свежайшие, как будто. Опа, чемоданчик. Чемоданчик, это мне надо. Только он поломанный, блин. Это плохо. О, вынос хаты. Макарошки бомжам отложу. Кастрюлю купят и ложки. Тут целая помойка с выносом с кухни, ребята. Привет. Обалдеть. Вот эту сковородку купят рублей за 300. О, переходнички вот эти тоже купят. Что это за ложка такая интересная? Все это купят, ребят, забираю. Ложки всякие. Короче, вынос с кухни. Ого! С отеля мыльно-рыльная, ребят. Тюбики, обалдеть. Мыльно-рыльная беру, его тоже покупают, все эти тюбички. Какая-то штука непонятная, я не знаю, что это. А, это выдавливать лимон, походу. Опа, а вот и техника. Ну, если можно утюг техникой назвать. Его купят рублей за 100, за 200. От фирмы Bosch. Неплохой. О, вот эти штучки заберут. Чуть-чуть шампуни. Обалдеть, это я домой заберу шампунь. Крепление для полочек. В гараж заберу, пригодятся. Ого, сколько тут. О, клавиатура. Ой, ей плохо. О, обалдеть, это ж лампа для маникюра. О, а это селфи-палка. Целая, ребят, с пультом. Обалдеть. Ребятушечки, мне позвонил подписчик и сказал, что у него огромный вынос хаты, и я заезжаю на его район. Сейчас посмотрим, что он мне отдаст. Говорит, чисто приезжай по-братски, забирай, я переезжаю. Так, опа. Так, ну все, подъехал. О, здорово. Что там по выносу с хаты? Нормально? Нормально там. Планшет и тому подобное. Пошли. О, прикольно. Жижки еще. Ребят, зацените, какой конский подгон. Жижи для вейпов. Ой-ой. А это ты все налутал тоже в помойке? Обалденно. О, вот это, кстати, балдежка, да. Наяривать и вот кофе, это... Кофе и тому подобное. А. Росы и детские тапы. А, это часы с радио, да, да. Такие? Я понял, прикол. И что вот за планшетик? Детские, короче. А. О, планшет, нифига, он даже защитный этой. Да. Старый. Но фишка в чем? То, что он включается, понял, но... Вот сейчас мигать будет, смотрим тут. Типа на зарядку кинуть. Но он защитной пленки. Это, короче, к Xiaomi старый, я понял. Да. Ой, Huawei это. С симкой и без SD-карты. То есть с него можно звонить и использовать его как телефон. Не, ну шикарный вынос хаты, просто бомба. Так, сейчас я тебе денежку дам. А вы, ребят, если хотите тоже мне подогнать какой-то вынос с хаты, кто из вас с Краснодара, пишите мне в ВК. Я могу приехать, с вами сфоткаться, плюс еще и денежку дать и забрать вашу технику. Потому что, ну а что, жалко вот человеку, да, жалко человеку было это все выбрасывать, а я, это мне надо. Поэтому пишите в ВК. Вынос из хаты, с радостью заберу, все даром, все вывезу без проблем. Любой холодильник, все что угодно. Забрал, ребят, вынос с хаты у подписчика и проезжал мимо помоечки и такой смотрю, опа, пакет вещей стоит, а здесь машинка на пульте управления, а вот тут, ребятушечки, сразу торчит алюминий вот в таком виде. Даже, о, еще немножко техники, блендер, это я забираю. Но вот здесь, ребят, я смотрю, вынос с хаты имеется. Вот здесь вынос с хаты. Но вообще изначально меня привлек вот этот мангальчик, неплохой такой, ребят.
добротный, тяжелый. Я бы его все забрал бы, блин, шашлычки жарить, вообще балдеж. Ну посмотрим. Место у меня в велике еще есть для находок, поэтому я сейчас по максимуму разорву вот эту сумку, вот эту с выносом с хаты. И сейчас мы узнаем, что тут будет. Интересно, правда, ребятки? Зацените сумочку, я по-любому заберу. Я прям в ней находки сейчас повезу. Так, тремпеля. Тремпеля покупают, но вот этот подубитый, вот этот целый, этот возьму. О, нифига, тут еще сумочка. А, это ж концентрированный лимонный сок. Заберу, продам. Рублей за 100. Нифига себе, ребятушечки, гантельки по 3 килограмма. Это покупают. Кейсик такой, боксик неплохой. Такой, может, купят его. О, блютуз-колоночка, ништяк. Ребятки, правда, чиновская, ну, в смысле, китайская. А, разъем у жопа зарядки, ее никак не зарядить будет. Так купят рублей за 50, за 100 на рынке все равно. Ребят, не смог удержаться и забрал этот мангал, нафиг залутал. Кстати, нифига себе имба, ребят, можно на ходу шашлычки жарить и ехать себе с кайфом. Да тут халахуп он. А, ну ему плохо. Халахупу плохо. О, Гуччи. Нифига, прям на помойке. Ребят, зацените, прям перед носом у меня вот тут самокат унесли. Кто-то выкинул. Смотри, тебе. Гуччи Гэнг стиль. Это да не, ну ты чё, это унисекс. Да давай я прицеплю, хоть посмотрим. Стильно, не? Да вообще на стиле. Как и Мелстрой. Да что тебе не нравится, да помойка продай, стиль дает. Продай. Да нормально. Не, ну ладно, продам-то рублей за 300. О, стой. А что это такое? Pacific Republic, это что-то куртка какая-то стильная, но она убитая. О, а это что? Это коляска детская. Забираем целая. Обалдеть, ребят, ее рублей за 500 продать получится вообще спокойно. Целая коляска. Коляска детская Sorento. Стоит такая вот столько в среднем. Не, ну неплохо мы заехали, тут сразу вынос с хаты. Вон, типа, кроссовочки. О, прикинь, Рибок оригинальный. Рибок, ребят, оригинал. Размер 35,5. Облететь, это я племяннице своей обую ее. У нее размер как раз вот 35 вроде, или 34, или 32, не помню. Просто ништяк. Шмотки, сейчас еще посмотрим, что тут за шмотки. Толстовки, ребятки. Толстовка хорошая вообще, смотрите. Да капец, сколько сегодня вещей-то выкидывают хороших. Я в шоке. Уже не знаю, куда их складывать. Вот. Вот тут хорошие шмотки я буду брать чисто. Вот сейчас сразу отсортирую. Без пятен надо. Вот джинсы. Че их выкинули? Смотрите, Бершка, деним. Это детские. Вообще идеальные, просто идеальные. Это что? H&M. Подубитая. Загородная кормилица. Как от нее ароматит жестко. Я, кстати, уже вижу какую-то технику. Ха, нифига себе. Это ж вывеска этого таксиста. Обалдеть. Центральное какое-то такси. Вывеска таксиста, обалдеть, прикольно. Кофемолка убитая. С нее сейчас кабель выдерну на медь. А это что? Обожаю загородные помойки. Что это такое? А, это для ценников. Ребят, ценники лепить, но она сломана, эта штука. Ручка поломана. Кофемолку эту никто не купит, потому что ей плохо. Кнопка не работает, и он внутри вся зарыганная. Опа. Нифига у КамАЗа диски золотые. Топовый КамАЗ, реально, стиль. Ого, какие тут игрушки топовые. Тини Лав, обалдеть. Ух ты, оно даже работает. Ребят, Тини Лав это мобиль детский. А вот от него, видимо, вот эта вот штука. Он стоит, вот такой мобиль на Авито стоит, наверное, 1500 как минимум. Он вообще в комплекте, ребят. Оно должно крутиться, по идее. Это вот сюда вставляется, оно вот так вот работает. Вообще тема крутая. Вот еще детская подушечка. Вот, кстати, для мобиля. В полном комплекте мобиль. Вот эта тема вообще. Недешевое это удовольствие для детей.